Продолжим. Так, сначала смотрите выше, ссылку оставлю там в комментариях. Вот таким образом, вот я как бы хочу еще раз проанализировать, смотрите. Вот эти вот удары, которые мы предлагали, да, почему это важно? Не для моего самоутверждения, а для того, чтобы проанализировать вот это все и не допустить вот этих ошибок. Я же вот, ну, тоже где-то сомневаюсь, да, я правильно, неправильно, да, там, потому что обстановки точной не имею. Вот. И вот смотрите, как предлагалось мной, да, ударить за Николаев, за Житомир, да, вот они бросили там последние свои резервы. Ну, у них было 30-40 тысяч боевой, приблизительно. Вот. Если бы мы создали два корпуса, как я предлагал, ведь у нас, ну, золото 350 тонн. Вот, ну, вот в Узбекистане добывается 95 тонн. Вот коммунисты зафигачили. Вот написал дурачок Ленин: право нации на самоопределение. Вот пожинайте плоды, понимаете? Если там посчитать, ну, я думаю, там страшные цифры, какие бы мы могли бы получать, но получаем фигу, понимаете? Потому что, ну, часть же золота, конечно, Набиуллина там, ну, надо считать, что вот этим западным группенфюреру Шольцу там, внуку его помочь, да? Вот оно там на Западе где-то там осело, или где там, или господину Байдену. Кому это вот золото направлялось-то, понимаете? То есть, вот. Ну, я считаю, что можно маленькую толику взять, там, 10 тонн, 20 тонн, ну, чуть-чуть потеряют жиры наши коммунисты, ну, чуть-чуть будет меньше есть красной икры, ну, совсем немного, понимаете? Я понимаю, что это важно, чтобы они объедались, чтобы они были всегда довольны, спали на золоте, на серебре. Ну, сейчас военные действия. Было бы неплохо, чтобы не только простой народ тяготы нес в виде там повышения цен, неизвестно на что, который к санкционным товарам никакого отношения не имеет, типа там курица-то, которая производится отечественная, или там еще какой-нибудь там йогурт какой-то, который, видите ли, коммунисты не могут произвести, понимаете, да? Они что, там из Англии его везут, что ли? Или из Газдепи? Ну, вот, как бы, смотрите, ну, давайте вот проанализируем. Я тогда вот что, Стрелков там предлагал, да, полковник, повернуть эти силы на восток, чтобы замкнуть Донецкую группировку, создать там превосходство сил. Я тогда говорил, что это громаднейшая ошибка, потому что мы стратегические цели операции, да, которая началась супер удачно, вот, приносим в жертву тактическим целям. Да, выиграем у Донецка, да, раздавим этих гадов, да, там, но под Донецком и все прочее, да, но это будет выигрыш в одном отдельно взятом сражении, а мы оставляем, вырвав, так сказать, сорняк, мы корень оставляем. Но я по-простому, что коммунисты, они же, ну, там вот московская вся вот эта, мединские, они же колхозники в сущности, какие бы там они там умное лицо-то не делали. Но я по-простому объясняю, может быть, до мединского там что-то дойдет. А он еще оголил, я говорю, Черниговскую, Киевскую от радиолокационного контроля, и на сразу же посыпались какие-то неприятности там и в виде, ну, я не говорю, обстрелов уже российской территории,
с колоссальный всплеск энтузиазма о бандеровской вони, вот этой мазепповской, да, что порождает у них ложные надежды, там вот, ну, вот видите, эти азовцы, вот эта вонь мазепповская до последнего, вот этот, ну, этот, как это их, них, Прокопенко, ну, тупая же чурка с глазами же, видно, ну, просто как гиббон, вот просто как этот, как же вот этот, Пятикантроп, Пятикантроп, вот, вот точно вот. И поэтому, ну, конечно, у них может это все, вот, и они сейчас и зовут Мединский, приди, спаси Азов, ну, понимаете, вот это вот как бы надежда, вот все, прямую это. И я думаю, что и сейчас, почему это актуально, надо срочно, срочно, как можно быстрее сколотить кулак и переносить боевые действия в западную часть. Потому что корень-то там. Вы посмотрите, если бы, как был бы рад я, если бы я оказался не прав, а оказался бы прав полковник Стрелков, мы здорово бы завернули войска, всех разбили и все такое прочее. Ну вот на сегодня, к сожалению, смотрите, вот по заявлению западных через границу перешло 1000 человек наемников. И сейчас двоих хотят менять на вот этого Медведчука, который нахрена он нам нужен, вообще никто не может объяснить, понимаете? Естественно, что он наговорил там уже, что не было, всю информацию сдал, это понятно. Кому-то его жалко, мне не жалко, потому что, ну, я думаю, средства ему Кремль выделял, и он все эти средства разворовал, поскольку никакой работы. Ну, это нормально, чтобы наши, как бы, что же, американцы будут везде поддерживать свои русофобские, антирусские, вот эти вонючие, поганые, смердящие силы, а мы не будем поддерживать. Но ставка, как всегда, Кремль сделал на ничтожных людей. Вот этих ничтожных людей мы должны сейчас обменять на двух наемников, да, как бы говоря, что... Ребята, езжайте спокойно на сафари, вам ничего за это не будет. Ваш вот бандеровец Киселев, да, с которым я имел удовольствие, так сказать, ему испортить жизнь в свое время, да, вот этот поганец говорит, у него такая теория, что надо хватать простых русских граждан и менять на... ну или настроенных как-то иначе, а по типу и менять их, как его, Медведчук, он же да и не русский, он же украинец, да, малорос, и менять их на военных. Вот такая вот у него, ну то есть он предложил заниматься террористической деятельностью, брать заложников. Сегодня вот из этой братьи, несмотря на то, что саларыховцы убивают, убили генерала Захарченко, убили полковника Толстых, убили, ну, все военное руководство, практически ДНР, ЦРУ убило генерала Лебедя, не сомневаюсь, это их рук дело, там все подстроено. А вот мы никого не убиваем. Вот, вот те фамилии, которые называются, мы никого не караем. Наши суды не выносят заочных смертных приговоров, которые вот, ну если берутся заложники, если
если минируются мирные граждане в Мариуполе, разве этот Прокопенко не заслуживает смертного приговора, да и другие террористы? Я не говорю про простых там оболваненных вот этих вот саларейховцев, да, из ВСУ и там прочее. Хорошо, давайте там будем соблюдать. Но если там совершены конкретные преступления против мирных населения, да, если терроризировались, если они нападают на женщин, я вот, пожалуйста, исчезла депутат Днепропетровска, да, Виктория Шилова, да, напали на нее, на ее детей, на мать, там потребовали, чтобы она приехала, все, и она исчезла. Понимаете? То есть, это мы, может быть, людей не найдем, они же или на органы продают, или закапывают жильем. А что они делают? Вообще просто, вообще неизвестно, что. Вот. Ну, что вот мы имеем в итоге? Поскольку вот этот трубопровод, да, Львовский, скажем так, вот как трубопровод идет туда. Пути железнодорожные не развалены, да, мосты не снесены, да. Ну, хорошо, мосты жалко, согласен, дорого стоят, ну, дороги, железнодорожное полотно можно же было развалить, да, пока они бы там восстанавливали, время ушло бы, да. А вот 60 миллионов патронов Госдепия поставил, да. Чехия 40 танков, да. Так, ну, Словакия, мы знаем, там поставляет грады там или так. Австралия 20 бронетранспортеров, да. Так, 11 вертолетов Ми-8, это Госдепе, да, то есть наши вертолеты, наверное, прикупали гражданские там цели, да. Так. Восемнадцать 155-миллиметровых гаубиц, 70 танков Т-72, да, вот это вот Чехия, да, там Словения там не успокаивается, там вот вот эти фашистские государства, там, ну, целый список, я потом еще тут, то есть туда, оттуда идет потом поток долларов, наемников, и, ну, и ГСМ идет, потому что вы же видите, что наши военные докладывают, уничтожен там-то ГСМ, уничтожено там ГСМ, а оно почему-то не кончается, да? А вот оно потому и не кончается, потому что мы не перенесли военные действия в западную часть. Если бы мы хотя бы, ведь там вот как бы конфигурация границы Саларейха, она как бы сужается, она становится не такой широкой после Киева, и наоборот сужается, как бы небольшое такое горло образует. Даже если бы мы туда немножко вглубь продвинулись, то и выстроили бы хотя бы оборону, ну хоть я уж не мечтаю, что зайти. Вот наша, вот смотрите, если бы все-таки был принят вот этот план, выделили бы деньги, сформировали иностранный легион, да, там собрали бы 30 тысяч снайперов, да, насколько бы нам
ну, из других стран, там, где Вьетнам много пострадало, людей, у кого дедушку 5 миллионов, там, да, многие госдепы имеют очень большие претензии, так сказать. Вот мы могли бы, они же собирают наемников, ну и совершенно бы нам было бы добровольцев собрать. У нас есть деньги, мы не бедная страна, могли бы проплатить вот эти 78 стран объединились, вот этот в антирусский колган. И вот все вот это, вот все, естественно, негатив, он идет через Львов. Конечно, вот смотрите, если бы и всего-то нам надо было два корпуса, я уверен, они бы снесли вот за Житомиром все эти пограничные пункты, зашли бы за Житомир, да, все эти города просто бы окружались укрепорайонами, не обязательно штурм, не обязательно. Все, закрыли как консервные банки, и все. А дальше начинают. Вот эта тактика запереться в городах, это очень глупая тактика. Если они бы противопоставили умненькую стратегию и довели вот эту операцию до логического конца, вот. А нет ничего хуже плана, не доведенного до логического конца, стратегического. Он может обернуться самыми неприятными последствиями. То зашли бы за Львов, все. Ну, как бы они, чтобы под обстрелом наших укрепрайонов они переправляли бы танки, переправляли бы свои БТР, свои вонючие доллары, понимаете? То есть, ну, на сегодня хотя бы почему-то там, ну, нам мотивируют следующим образом, что там надо жителям там перемещаться. Ну, мы можем одну железную дорогу оставить, нетронутой, допустим. Но пусть тогда наши представители проверяют или нейтральная какая-то организация, чтобы там на наших там не напали, да, там, которая бы доверяла бы наша сторона, чтобы они убедились, что нет там военных грузов и тому подобное. И вот только после этого, после нашей бумажки, мог быть свободный проезд, да, к Киеву, там, с какими-то товарами, с какими-то, вот только так. А сегодня же обнаглевший Зеленский говорит, обмен будет, и все мирных жителей, якобы там, которые в Азов стали, и должны выйти как мирные жители, вот эти вот азовцы вместе с оружием. Вот такой мирный коридор должен был поставлен. То есть, ну, вот это вот, пусти такого, как Зеленский, за стол, он и штаны снимет, и все такое, ну, вот, как бы так. Ну, я списочек приведу более подробный, чтобы вас не утомлять, весь тот зловонный селевой поток вот этой грязи навоза из госдепи, который валится к нам. Но еще хочу сказать, что вот сенатор Скунс, с такой звучной хорошей фамилией Скунс, предложил, ну, как бы, послать войска натовские. Ну, понятно, что я, может быть, Скунс не служил в армии, и его сыновья не служили в армии, поэтому они могут не знать, что это сразу же приведет к Третьей мировой войне. Причем удар будет не тактическими вооружениями ядерным, как рассчитывается, потому что
Но нам нет смысла применять тактическое ядерное оружие, господин Скунс, против Соединенных Штатов, потому что, ну, это, естественно, вызовет ярость со стороны США, да. И самое страшное, понимаете, не то, что наши радуются, всего 20% поддержали этот дебильное его предложение. 20% это 20% дебилов. И я им вот специально для них хочу рассказать, что, смотрите, если, скажем, войска Соединенных Штатов вторгаются на территорию Российской империи, да, то будет следующее. То будут нанесены, нет смысла тактический удар. Мы нанесем тактическим ядерным оружием удары по вам, господин Скунс, а вы нанесете по нам стратегическим вооружением ядерным, да? Так, может быть, мы сразу нанесем по вам стратегическим вооружением. А я как бы думаю, что вы должны были убедиться, что Путин хотя бы иногда может действовать крайне решительно, тем более, если ему будет угрожать, ну, какая-то реальная опасность. А учитывая, господин Скунс, что в ракетном вооружении мы вас опережаем, у вас могут быть, может быть, в каких-то видах другого вооружения, каких-то, может, у нас джавелинов там каких-то не хватает, там не хватает беспилотников. И вот я нашим болванам говорил, что, ну, коммунячи, ну, очнитесь, это перспективное оружие. Тем более, что в тех условиях, что когда наша авиация полностью господствует и уничтожила Солорейховскую авиацию, да, вот, несмотря на весь их энтузиазм, визг, довольство, рассказы про победу и прочее, наши беспилотники могли бы хозяйничать, полностью контролировать. Вот, кстати, вот эти беспилотники успешно могли бы уничтожать вот все вот ваши вот эти поставки, вот эти вот, контролировать вообще дороги и производить ликвидацию всякого рода террористов, вроде Потапенко, вроде Киселева, там, понимаете, просто, ну, надо тут взять пример Израиль, который нацистских преступников ликвидирует по всему миру, ну, и плевать ему, кто что там думает, кто там что скажет. То есть я вот, ну, еще я хотел бы также вот затронуть, знаете, важнейший вопрос по выборам во Франции. Вот я хочу сказать, сегодня, ну, вот призывает русское население, ну, наверное, все-таки нам надо голосовать не за вот этого ученика Ельского университета, да, который там ЦРУшники одни воспитываются, да, а все-таки за Мари Лю Пен, хотя она, конечно, тоже не подарок, тоже собирается оружие, но будем все время голосовать против, а там посмотрим, будем менять, может быть, там политика одна, не одно говорят, одна другое, ну, по крайней мере, с Макроном нам ничего не светит, он как бы нам не оставил никаких, так сказать, но, по крайней мере, нас будут уважать, если мы, ну, как бы в один громящий кулак соберемся, понимаете? То есть, и будем говорить, что на каждый удар будем отвечать ударом, понимаете? Вот, и поэтому, как бы, так, ну, она, правда, говорит, что там будет поставлять нелетальное, ну, а этот Макрон говорит летать. Ну, я вот хочу сказать французам. Может быть, кто-то переведет, но я французского не знаю, знаю немецкий. Вот. Ну, смотрите, вас, французы, вас обули на 60 миллиардов. И вы
так сказать, вас практически наглосаксы плюнули вам в лицо. Ну хорошо, вы утерлись, сказали нормально, это все ничего страшного, со всяким бывает, американцы наши друзья, ну иногда, ну, любят поплевать нам в лицо. Ну, допустим, ну давайте вспомним немножечко историю, да. Вот эти наглосаксы 100 лет, столетняя война, вели против вас войну, целенаправленно уничтожали вашу нацию. Мы, ну, как-то какую-то, так сказать, ну, историческую память-то имеете, понимаете? То есть вот эти черный принц были самые настоящие бандиты, воспользовавшись временным превосходством. Ну вот они вот тут луки придумали, вот эти вот, да, вот у них была находка, длинные луки, которые имели очень большую пробивную силу, так сказать. Вот. Ну, случается вот иногда, да. И они, пользуясь этим, выкашивали вашу пехоту. Ну, это война есть война. Ладно, я понял. Они захотели отхватить от Франции жирные куски, захватили 2/3 вашей территории, но и вот на этих три они практически производили истребление французов. Ведь многие французы готовы были бы сдаться на милость победителя, вот. Но Англия осуществляла тотальный грабеж Франции. Так что даже самые бедняки, нищие имели французскую посуду, французские вот эти вот все вещи и тому подобное. Вот. Я не знаю, кому вот эта страна, Англия, не насолила. Я просто... Вы вот в свое время армия Наполеона стояла в Булоне, да? Мы сделали практически... Что Наполеон бы рано или поздно захватил эту Англию, это 100%. И вот мы тогда пришли на помощь этим англичанам. Вот. Я, ну, вы знаете, состоялась война кровопролитнейшая между Францией, что англичане испытали восторг, что благодарность? Не. Они тут же стали против Александра готовить заговор. Так что вот он такой был дипломатичный. Он, ну, вот все время с иностранцами хотел наладить отношения. Ну и то назвал англичан скотами. Скотами. Они и были скоты. Ну как, вас люди, мы только что спасли их. У нас пал... Пали лучшие полководцы. Ну, Михаил Илларионович Кутузов просто заболел на этой войне. Мы потеряли фельдмаршала на этой войне, можно сказать. Он пал, можно сказать. На он получил ранение. Вот, понимаете, ни спасибо, ни до свидания, ничего мы не получили. И вот эта страна нанесла удар вам, французы, вы строите свое ЕВА, свою экономику. Она нанесла вам удар в спину, они начали выходить демонстративно, с шабашем, с шум, с этим дикобразом Борисом Джонсоном, да. Вот, и, ну, я не знаю... Вот вы, я вспоминаю просто вот времена, я про Деголя не говорю, но после Деголя у вас даже были, ну, политики, которые себя чуть-чуть уважали. Они были под Америкой, да, но когда стал вопрос о трубопроводе, там в Америке тоже визжала, мы не позволим, мы тут главный. Они разорили 3 европейские фирмы. Им ничего за это не было, понимаете? То есть они унизили, они наплевали на Европу, да? Но, несмотря на это, значит, трубопровод был достроен, и он заработал, и сегодня европейцы как бы по нему-то все и получают, а так бы вообще по ничему. А этот внучок группенфюрера Шольца, это же вообще что-то.
Ну ладно, продолжим потом.